Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 12 по 16. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. «Во время оно, бе Иисус воедином от городов, и се муж исполн прокажение, и, видев Иисуса, пад ниц, моляся ему глаголя, Господи, аще хочешь и можешь имя очистить, и простир руку косну его рек, хочу очистися. И абия проказа отыди от него, и той заповеда ему никому же поведати, но шед покажися Иереове, и принеси о очищении твоем, якоже повеле Моисей его свидетельство им, прохождаше же паче слово о нем». Исхождахуся народе мнозе слышите, и целитеся от него от недуг своих, той же бе отходя в пустыню и моляся. Предлагаю прочитать вместе этот текст в русском переводе. «В то время, когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространилась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Евангелист Лука вновь погружает нас с вами в события чудесных деяний нашего Спасителя. На этот раз – исцеление прокаженного человека. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Как замечает архимандрит Януарий Ивлеев, буквальный перевод данного отрывка несколько более эмоциональный. И случилось ему быть в одном из городов Иудеи, и смотри, некий человек полный проказы. Это «смотри» пропущено в синодальном переводе вообще очень важное в Новом Завете слово. Оно обычно переводится как «се» или «вот». Но в греческом тексте это «смотри» и всегда сигнализирует нечто экстраординарное, божественное откровение или особенное чудо. В чем же была особенность данного чуда? В древности проказа была самой тяжелой болезнью. Как только устанавливали, что человек заболел проказой, его окончательно изгоняли из человеческого общества. Книга Левит дает такое установление. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его». К тому же проказа усугублялась тем, что, по словам древнего историка Иосифа Флавия, с прокаженными обращались так, как будто они были уже мертвыми, а потому исцеление от проказы приравнивалось к воскрешению мертвого. В синодальном тексте мы читаем «пришел человек весь в проказе». И это не совсем точный перевод. В греческом тексте стоит слово «плирис», которое переводится как «полный», то есть «пришел человек полные проказы». Евангелист Лука специально подбирает это слово, которое должно было на контрасте подчеркнуть две противоположности – прокаженного, полного проказы, иными словами, полного нечистоты, нечистого духа, и Иисуса Христа, полного благодати Духа Святого. Книга Левит предписывала прокаженным ходить в рваной одежде и, увидев издали людей, кричать «нечист», предупреждая тем самым, что к ним нельзя даже приближаться, а не то что говорить с ними или тем более прикасаться. Но в описанной Лукой истории мы становимся свидетелями чего-то необычного.
Не только прокаженный, пренебрегая законом, приближается к Спасителю, но и сам Христос, пренебрегая законом, прикасается к неприкасаемому нечистому человеку. Архиепископ Аверкий Таушев указывает: «Исцеляя, Господь коснулся его, показывая этим, что он не связан законом, запрещающим прикосновение к прокаженным. Что для чистого нет ничего нечистого, и выражая этим жестом чувство глубокого сострадания несчастному. Сказанное им «хочу очистись» указывает на его божественную власть». Удивительное обращение прокаженного ко Христу. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Данные слова являются дословным переводом с греческого языка, который можно понимать так: «Господи, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». В этих словах мы видим, что прокаженный человек не только исповедует Иисуса Христа Господом, но и признает его власть делать все, что он захочет. И Господь исцеляет прокаженного через прикосновение с повелением никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Александр Павлович Лопухин пишет: «Исцеленный должен был пойти показаться священником и принести установленный дар, чтобы получить формальное свидетельство о своем очищении». В Священном Писании исцеления от проказы встречаются крайне редко. Точнее, в Ветхом Завете приведено их только два – с Мариамью и с Нейманом. Поэтому обряд освидетельствования священником исцеленного от проказы, если и совершался, то крайне редко. А потому более распространилась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, вновь научает нас даже в самых трудных жизненных ситуациях не отчаиваться, но с доверием к Богу и смиренным сердцем просить чудесного участия Его в нашей жизни. Ведь чудо не может совершиться само по себе. Оно есть соединение усилия воли человека, преисполненного веры, с беспредельной благодатью Божией. Помогай нам в этом, Господь! Господи Боже мой, на Тебя.